продажи – это механика. Это не черный ящик. Это управляемая модель, которую вы пока не знаете. Она есть в вашем бизнесе. Ее просто нужно вычленить, построить и показать. Она уже работает. У вас уже есть эти показатели. У каждого они есть. Вы просто о них не знаете. Это как бы если вы не знали о своем росте и весе. Он у вас есть. Вы просто о нем не знаете. Но если вы хотите его, допустим, контролировать, вес начать, да, его надо а. узнать, б. понять, что же на него влияет из того, что в этой жизни вы делаете. Что вы едите, какой образ жизни вы ведете, и тогда вы начнете весом управлять. Вот вам просто шаг, то же самое в продажах, в этой формуле. Формула это не моя, формула это придумана давным-давно. И многие люди будут еще мне рассказывать. Она работает всегда везде, и она универсальна. Еще вопрос? Скажите, пожалуйста, эта формула как-то изменяется в кризисных ситуациях? Абсолютно нет. Формула универсальна, как закон мироздания. Она применима к любому бизнесу, B2B, B2C, любой товар, услуга. Так, давайте отвечу. Клиенты есть в любом бизнесе. Соотношение числа клиентов потенциальных и состоявшихся есть в любом бизнесе? Господа? Да. Деньги платят клиенты за ваши товары и услуги в любом бизнесе? Совершают сделки они какое-то количество раз в любом бизнесе? От единицы до плюс бесконечности. За каждую сделку они покупают. Даже в продаже атомных электростанций оптом есть эти показатели. Главная ошибка собственника бизнеса – думать, что его бизнес уникален настолько, что просто вот к нему на другие совершенно пока применимы технологии. Нет. Bullshit. Ерунда все это. Универсально. И вы можете это сделать.